Ко дню независимости Казахстана в Кызыларде к центральному газоснабжению подключили пригородный поселок Белкуль. Реализация проекта обошлась областному бюджету в 378 миллионов тенге. К 630 жилым домам провели 26 километров магистральных путей. Возможность перейти на экономичный и, главное, экологичный вид топлива получили около 4,5 тысяч жителей. К слову, в областном центре газифицировали три пригородных села – Тасбогет, Кызылжарма и Талсуат. Теперь в общей сложности доступ к природному газу получили 95% населения Кызыларды. Для всех нас сегодня особенный день. К 26-летию независимости страны наш поселок подключили к газу. Очень отрадно, что событие, которое мы ждали несколько десятилетий, совпало с самым главным государственным праздником –